Итак, солдат у нас вроде как более-менее оттрейсен. Все по частям. Можем в этом убедиться. Немножко его пошевелить даже. Ну, в общем, все на месте. Теперь можно приступать к наложению теней. Для этого вот у нас набросок. На нем обозначены тени. Тени точно так же накладываются в привязке к соответствующей части. То есть, например, мы должны наложить тени здесь. Мы сюда щелкаем, чтобы попасть в нужную область стикмана. И вот сюда именно поверх и накладываем. Если мы хотим наложить тени здесь, то накладываем их здесь. Значит, ну, наверное, я покажу в качестве примера вот эту часть, потому что она посложнее. Значит, щелкнули. Выбрали самый верхний слой в этой части. Убедились, что у нас включен черный цвет. И вперед. Так, значит, создавать только регион должно быть отмечено. Поехали. Вот тут я сделаю, наверное, такое вот ответвление. То есть тень я буду трейсить тут в несколько кусков. Кусок номер один. Не обращайте внимания, что они вылазят за границы. Это потом справится автоматически. Тут я даже позволяю себе залезть, чтобы одна тень залезала на другую. Это тоже ничего страшного. Так, где у нее там коленка-то кончается? Ладно. Наверное, где-то так. Ну что, так куда? Конечно, нарисовать область и сделать в ней дырку. Тоже не возбраняется. Еще одна. Так. А, ну тут зря, это уже к другой части относится. Значит, все тени мы здесь обвели. Так, вот у нас два этих слоя. Мы их изолируем вместе. И к ним, вот как раз к изолированным, применим следующее. Значит, режим смешивания на. Они обрезались автоматически по ноге. И величину. 0,6, 0,5 пойдет. Вот, они у нас стали полупрозрачные. Величину можно, кстати, экспортировать. Чтобы потом к другим кускам тоже применять. Вот что у нас получилось. Вот эта часть теперь у нас с тенью. Понятно, что слой тени может быть и один. Это я, например, сейчас сделаю тень вот здесь.
создаем. Вот, в данном случае тень у нас состоит из всего одной области, ничего изолировать мы не будем. Мы просто применим прозрачность такую же и режим смешивания. Вот одна нога у нас теперь почти целиком с тенью. Вот и все.